Ну-ну-ну. Вы видели, наверное, и повторном пока. Второй раз ловит ударом. Ну вот хороша Темский, а вон и что, она очень хорошо чувствует. Ну что ж, отлично завершилась игра на задней линии, и она это благополучно сделала. Хорошая подача. Обратите внимание, не форсируя. Сейчас выход вперед опять. Вот третий раз, что пока нет чистоты в игре Кузнецовой, и пытается это использовать. Отлично. Есть. Отлично, Светлана. Переиграла с Кевом, Светлана. И сейчас ей нужно успокоиться. Вот как сразу же идет на завершение атаки Скиавоне. Очень хорошо. Все было как на ладони. Это как в любви нужно получать подтверждение того, что ничего не изменилось. И вот Светлана получила это подтверждение. Сейчас уже она Видите, какая хорошая подача. Ну, тут уже 40-0. Точных ударов. Ничего, не задней линии. Нет мощной подачи такой, которая могла бы... как говорится, смести соперницу с корта. Но у нее есть видение. Ну, молодец, что решил провести. Отлично. Просто замечательно. Вроде бы... Ну, отлично. Хотя бы немножко разозлилась и показала. Коротко. Намаживаем. Что вот это был за удар? Вот на что он был нацелен? Ну хорошо, 40-15. Не зацепил или нет, трудно сказать. Молодец. Ой-ой-ой, как сыграла Скиавоне. Как она вовремя переместила. Ну,
Ну, мягко. Ну, мягко сыграла. Ну, так же нельзя играть. Ну, в такой важный момент. Взять и накинуть на ракетку Скьявоне, которая бьет. Как долго держала паузу сейчас итальянка. Молодец, хотя бы сейчас добежал и положил. А что делала Светлана? Почему? Хорошая подача. Ну чуть-чуть. Ну давай, давай, вот, сейчас, наконец. Ну как-то все-таки чуть. Сейчас решил напугать Скиавоне, но Светлана не при такой игре не используют 15-20 ошибок. Ну, это за два сета. Yes. Посмотрите, как так неожиданно выстрелил. Молодец. Вот сейчас посмотрела на корт, увидела, что Скиавоне. Отлично. Такие удары имеются. Так, грамотно сейчас выбрали сторону. Тормозит как будто. Есть. Преимущество. Ну, вперед. Отлично. Ну, как хорошо через коридор сыграла Скиавоне. Подача на вылете. Здорово. Отлично. Завела сейчас Кузнецова. Ну, мягко. Ну, что это? Запах. Слава Богу, что хорошо так закрыл. Вот сейчас пошла, как надо. 30. Отличная подача. Все. Я им Кузнецова. Выигрыш против тех же 8 ошибок. Ни одной ошибки не было в предыдущем гейме. Вот в этом смысле, как, конечно, верно использует любой. Здорово, отличный прием. Это коронный удар Светланы. Она сейчас стала пожестче.
Удачи. Владею решением. 30-15. 30. Ну, можно это состояние сохранить. Молодец. Отлично. Здорово. Вот пошло сейчас так, как надо, вперед. Сразу с ударом. Удар. Не успела к первому отскоку. Ну, сейчас на раз. Отлично. Ну, сейчас уже неподготовленная. С четвертого футбола выигрывает Светлана. Ну, отлично. Сейчас вот этот удар. Отлично. Молодец. Вот первый розыгрыш. Наконец, первый розыгрыш решающий. Ой, неправильно. Ой, неправильно сыграла Светлана. Вот вдоль сеточки это. Отлично. Молодцы. Вот сейчас видела корт. Видела. Угу. Отлично. 40-0. Молодец. Прочувствовала ритм. Рискованно, но правильно все делал. Кубок в своих руках уже два года подряд. Попал мяч. Попал мяч. Специально в Австралии. Скорее всего, будут играть на траве. Все было как по. Молодец, отлично. Вот так вот. В таком ключе и надо играть. Первое. Ну, отлично. Вот это Светлянин коронный удар. Удар для соперницы. 0-15. В
Забежала под лево. Молодец. Вот сейчас была в защите. Можно ли... Нет, не ждала она этот удар. 75%. Она только с первого попадает все-таки. Попал. Попал по ногам. Да. Нет, молодец. 15-30. Какие ошибки, какие неточности следуют за этой вот импульсивностью. И она держит себя в руках. Отлично. Положила прямо... Господи, и все время хочется сказать. Молодец. Молодец, сравняли счет. Тебе расслабиться после такого тяжелого гейма. Отлично. Вот это чистенько. Он даже не бежит вот туда. Вот какая-то мертвая зона. Со второго не... Молодец, поймала она против хода. Сейчас Франческо. Слава. Второй. Молодец. Отлично положила сейчас. Чистейший удар. Молодец, Кева. Пятнадцать, ноль.
Трицепной. Кстати, и у Скиона тоже. Здорово подала сейчас. Ну, наконец-то и подача пришла на помощь. Зацепил мяч линию и... Безвольно провела движение. Действительно умеет бороться и... Очень хорошо. Ни разу не просто так не выполняла удар в расчете на ошибку соперницы. Молодец, отлично. Попал этот мяч. Хотя вот... Еще один. Нет, 6. Ну, молодец, Кевин. Ничего не скажешь. Как не болит. Чуть раньше, чем он стукнулся, ровно. Ну, больше. Вот. Сумасшедшая игра будет. Ну, молодец. Ну, раз судьба тебе благоволит, конечно, нужно же брать этот мяч. Молодец. Отлично добежала Светлана. Молодец. Она даже подпрыгнула. Пусть и 3,5 часа. Ну, молодец. Какая умница Светлана. Как она сейчас. Счастье как раз подавалось, а? С первого мяча, что с Кевуны легче. Прекрасный удар, не хватает уверенности. Еще она получит от уверенности, будет играть в этом году очень и очень неплохо. Ой, играет с кем? Нет, на 15. Нашла вариант, куда. Какие мячи вытаскивает, а? Молодец, Светлана. 15-30, одно очко она.
Молодец. Ну, молодец. Ну, молодчина, Кузнецова. Какой тяжелейший... Молодец, как она нашла продолжение этой комбинации. Какой... Тут уже ничего сделать нельзя было. Ничего. Молодец. Вот эта вот комбинация проходит на ура, Кузнец. Молодец. Опять пошла на обострение Светлана. Молодец. Отлично. Сравняла счет. 11-11. Отличная подача. Молодец. Умница. 30-15. Попал мяч. И давай, давай. Я даже не знаю, кто, потому что там русских специалистов-то и нет совсем. Ну, молодец. Умница, Светлана. Она не стала рисковать. Молодец, отлично. Ну, наконец-то повела в счете снова. Скелана, молодец. Ничего не скажешь. Вот против этого было нельзя. Ну, мягко, мягко же. Ну, слава богу, все-таки не достала. Мне показалось, что... Абсолютно не волнуется Скелана. Умница. Сразу же приняла это решение и правильно. Легко сыграла этот гейм. Молодец, умница. Своим хлестким ударом, таким вот... Со второго мяча с приема все время с кем он атакует. Умница, молодец. И сыграла хорошо так, что... Полфинала. 40-0.
сейчас прямо в считанные секунды Скиавона набирает очко за очком. Вот и сравняла она счет по 14. Хорошо играет Светлана. И по статистике. Пятнадцать, но показатель у нее, тем не менее, очень хороший. Но самое главное сейчас сохранить это. Ну, как она сыграла с Лёта? Ну, зачем она так играла? Приложить для того, чтобы сохранить надежность в выполнении ее ударов. Попал мяч, вы знаете, отвела она мячом. Подумайте, что сделала Скиавона. Ну, чудеса творит просто. Молодец. Отлично. Сейчас уже откровенно. Но Скиавона именно матчбола и жаждет. И это... Молодец. Молодец. Ну, потрясающе четко. Снова потрясающая подача у Скиавоны проходит первая. Но на этот раз все закончилось в пользу итальянской теннисистки. Ну что ж, она заслужила, конечно, эту победу. 16-14 в решающем сете. 4 часа 44 минуты. В общем-то, они были равны, это безусловно, потому что 4 часа 44 минуты они вели абсолютно равную игру. 5 матчболов, эту площадку. Мы можем посмотреть, что у них там было. На одну ошибку больше у Светланы, какое-то имеет значение. На 10 чистых выигрышей у Светланы больше.